На улице Пирогова в Ярославле обилие салатовых жилетов. Издалека кажется, проверять документы вышел целый взвод госавтоинспекции. Однако, если приглядеться, вместо привычных ДПС на некоторых накидках совсем другие буквы. Сегодня в рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода» госавтоинспекция совместно с отрядом ЮИТ средней школы номер 73 проводит акцию «Пешеходный переход». ЮИТ – это отряд юных инспекторов движения. Водители и пешеходы не удивляются появлению школьников в салатовых жилетах. На лицах некоторых прохожих приветливая улыбка. Ребят, принимающих участие в различных акциях госавтоинспекции, видят на улицах города регулярно. Юные помощники ГИБДД пытаются донести до участников дорожного движения значимость вопроса правильного взаимодействия пешеходов и водителей. Красный, стой, желтый, приготовься, зеленый, начинай движение. Ребята напоминают тем, кто подзабыл это простое правило. И не только это. Добровольные помощники говорят о взаимоуважении на дороге. В руках у них специальная памятка и ведомственная газета. Социальная акция «Сложности перехода» проходит по всей стране. В ее рамках проводятся специальные уроки и культурные мероприятия по безопасности дорожного движения.